я не могу делать иначе. Ты делаешь то, что уже делал я. Это что, назад в будущее? Боже, я правда так смеюсь. Брайан, сегодня я потрудился на славу. Глянь, что я сделал. Но экран пустой. Точно, я весь день работал над полями. Над полями? Да, их нужно правильно настроить, они же обрамляют страницу. А я как загон, а слова подобны диким лошадям. И моя работа — оседлать этих словесных лошадей, направить их на зеленый пастбищ прозы и поэзии. Слишком вычурно. Это твои слова, я никогда бы так не сказал. Слова, подобные диким лошадям, и моя работа — оседлать этих словесных лошадей и направить их на зеленый пастбищ прозы и поэзии. Сэр, я лишь сказала, что оплата с вашей карты отменена. Выключи, выключи. Ну, я и дал вам ненавидеть тебя. Но это значит, я ненавижу себя. Что ты сказал? Что ненавижу себя? Ненавижу. Ты заставил меня осознать, что я ненавижу себя. Что за... Молодец, Брайан, молодец. Стивен, что ты сделал? Что с Эрби? Эрби выполнил задачу. Какую? Показать тебе, что последнее, в чем ты нуждаешься, это подробный отчет о том, кто ты и что ты делаешь. Что, прости? Брайан, ты хотел написать свою автобиографию. А я хотел показать тебе, что никто не стал бы ее читать. Никто. Даже ты. Потому что ты в лучшем случае среднячок. В худшем невыносим. И когда умрешь, максимум, что о тебе напишут на могильном камне, он был хорошим мальчиком. И даже это будет неправдой. Брайан Гриффин, он был собакой. Я не смог. Не смог солгать. Далее в программе «Говорящие, говорящие мертвецы». Шоу, на котором говорят, как ходячих мертвеца.